Попробую с вами, Вова, и сегодня я вам покажу, как получить яйцо Таноса и перчатку Таноса к Egg Hunt 2019. Ну и заодно, как получить вещи Мстителя, такую как перчатку Железного Человека, там еще кого-то. Ну, короче, вы поняли, наслаждайтесь, приятного вам просмотра. Ну, начнем мы. Конечно, с того, чтобы получить перчатку Таноса, надо зайти вот туда, где перевернутый человек, в хаб нужно найти. Но для этого нужно иметь хотя бы одно яйцо. И мы сейчас решим эту проблему. Тут, короче, есть следы, мы собираемся. Вот у меня даже ботинки начали светиться. Вот, забираемся сюда. И тут у нас халявное яйцо. Мы его забираем. Вот такая вот офигенная анимация. Это Egg Hunt 2019. Мне больше всего нравился 2018, потому что он поатмосфернее, поинтереснее. У него был какой-то сюжет, а тут тупо заходи в другие режимы, и там в этих других режимах достаешь яйцо. Хотя кому как. Вот, заходим в этот режим. Или что это? Карта такая. Ждем. Вот, мы тут поселились. Вот идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Мы должны, короче, для начала получить все яйца супергероев. Кстати, кто смотрел финал? Ну, Мстители финал. Я смотрел, спалить не буду. Хоть и Marvel был спонсором этого Egg Hunt, это 2019. Пасхал, точнее, это как его, ну, Пасха, короче. ХВ, хотя мы тут помимо яиц можем получить также и вещи какие-нибудь, например, перчатку того же Таноса. Так, я, кажется, прошел мимо. Да, я прошел мимо. Мы, короче, должны прыгнуть вот сюда, забрать вот тут ключ и выбраться наружу. Выбраться. Все, я выбрался. Теперь идем вот сюда. Заходим за вот эту гору. Или что это у нас? Вот тут корабль, короче, космический. Или что это? Мы в него садимся, так как у нас есть ключик, то мы можем им управлять. И вот, видите, вот эти вот белые нарисованные космические корабли. Дело в том, что это острова, вот они уже прогрузились, и на этих островах есть всякие локации. Например, вот здесь вы получите яйцо Капитана Америки. Вот здесь яйцо Капитан Марвел. И там надо будет пройти легкий паркурчик с вещами, такими как, например, чтобы получить яйцо Капитана Америки, вам нужно будет использовать щит Капитана Америки, который вы сможете бесплатно получить в каталоге. Здесь вы получите яйцо Железного Человека, а там яйцо Черной Вдовы. И вы спросите, а где же все-таки получить перчатку бесконечности, яйцо Таноса и яйцо Тора? Ну, с яйцом Тора надо будет попотеть, а вот с перчаткой, ну, полегче с перчаткой будет. Сейчас я сяду. Вот land, это типа встать, выйти с того корабля. Остановитесь, дайте я сойду с этого острова, с этого мира. Так, теперь нам нужно залезть вот туда. Там гора. Маленькая, конечно, но тоже все-таки гора. Там надо будет забираться по черным камешкам. Это типа паркур. Вот, забираемся, забираемся. Прыгаем, перепрыгиваем. Вот, забираем молот Тора, или это его секира.
Вот, идем, идем. У меня две секиры. Интересно, если я сказал, что у меня две секиры, это считается за спойлер? Надеюсь, что нет. Так, теперь мы должны разрушить вот эту вот стену. Она прям видно, что потресканная, все, хана стене. Вот, все. Мы залезли вот сюда. Мы пробили стенку. Вот только не видно, где мы ее именно пробили. А, мы типа упали. Понятно. В этом здании есть дырка. И тут шахта с свечами. Хорошо освещенная шахта. Ну, мы в нее заходим. И что у нас тут? Да, тут надо получить яйцо Тора. Как-то это странно звучит. Яйцо Тора. Почему они так его назвали? А? Странно это звучит. Ну да ладно, да ладно. У нас тут кат-сцена. Коротенькая, но все-таки кат-сцена. Нам нужно нажать на все 4 рычага. Вот, 4 рычага. В первых трех будет обычный легкий паркурчик по типу перепрыгни коробки его. Раз, два, раз, два, раз, два. Первый рычаг активирован. Идем другой активируем. Вот тут уже будет потруднее паркурчик. Хоп, хоп. Вот второй рычаг. Мы тут все перепрыгиваем, прыгаем. Мы уже близко. Не забывайте про лайки. Я ими питаюсь. Ладно, шутка. Так, тут уже коробки побольше, 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 но все равно лайк поставь. Вот, все, третий рычаг. Теперь четвертый. Вот в четвертом рычаге уже не будет паркурчика, тут надо будет сломать стену. Вот я ее сломал. Это было легко. Особенно, когда у тебя две секиры, одна больше, вторая, другой. Так, теперь ломаем вот эту стену. Ломайся, ломайся. Вот, все, сломали. И вот четвертый рычаг, все, готово. Яйцо спускается. Так медленно спускается. Мы идем его забирать. И если у вас есть все яйца всех супергероев, то есть если у вас есть яйцо Тора, яйцо Черной Вдовы, Капитана Марвел, Железного Человека, яйцо Капитана Америки, то у вас автоматически появляется яйцо Таноса и перчатка Таноса. Вот так это Танос, его перчатка выглядит. И все это я сделал за 8 минут. То есть, если бы еще не я бы не выполнял задание, но ну, если бы я выполнял на камеру задание с яйцами других супергероев, то вам было понятно. Ну, блин, там такой легкий паркур, только нубу будет непонятно. Так, ну вот, перчатка, вот яйцо, все легко, все просто. Ну ладно, там ставьте лайки, еще что там ютуберы обычно просят. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оценивайте и подписывайтесь. До новых встреч. О, шутка.